Привет всем! Вы на канале Позитивный огород. Сегодня будем собирать первую клубнику. До этого, конечно, мы собирали, но в основном по ягодке. Сейчас наспело побольше. Ну и также пересадим те усы, которые мы укореняли на нашей грядке с черным укрывным материалом. Так, ну вот этот кустик, конечно, самый он такой плодовитый. Много ягодок. Какие-то только начинают поспевать, какие-то уже поспели. И много-много цветоносов. Вот из всех он самый лучший. Здесь тоже на следующем есть уже ягодки. Какие-то спеют, какие-то вот уже хорошо поспело, какие-то еще не очень. Такие вот. Здесь вот тоже прям такая хорошенькая, крупненькая. В общем, сейчас все соберем. Посмотрим, сколько за первый раз удастся собрать. Вот здесь вот кустик сам маленький, а ягода очень даже такая приличная, крупненькая. Ну и усы попересаживаем, они уже укоренились. Пора бы уже те, которые именно недельки две прошло, как укореняли, их пересадим. Вот это, конечно, вообще самые, наверное, красивые такие ягодки. Такие удлиненные. Все это иришка, но они вот все немножко такие разненькие идут. Есть вот такие вот кусты прям с мощными цветоносами. Они такие высокие, у них много их. А есть те, которые вообще даже не хотят цвести. Поэтому тоже какая-то, наверное, все-таки пересортится тоже бывает. И покажу вам ягоду «Вкус детства». Вот они, вот эти «Алый огонек». Такие вот они. Они, правда, еще не спелые. Но тоже такие достаточно они крупненькие сейчас стали. Первое время они были совсем мелочь. Вот сейчас подрастать начали. Вот такие вот ягодки. Вот такие вот первые ягодки. Так, ну вот такие вот усы получились. Вернее, уже кустики. Такие совсем уже даже полноценные. Корешки уже начинают пробиваться. Значит, весь ком земли должен быть в корешках. Некоторые даже вот уже цветут, набирают цвет. Здесь тоже уже набирает. В общем, в принципе, уже готовый кустик с такой вот корневой системой. Снимаю уже на следующий день. Вот так вот выглядит наша высаженная клубника. В принципе, все кустики практически бодренькие такие. Ну, эта грядка, она будет временная. Затем уже, когда место освободится, просто сейчас все просто засажено и овощами, и картошкой. Некуда вообще пока посадить это все. Поэтому пока она здесь пускай приживается и растет. А потом уже ее пересадим осенью куда-нибудь. А так, в принципе, вот такие вот кустики. Они уже сейчас должны хорошо начать расти. Может быть, даже кто-то будет немножко плодоносить. Ну, а всем тем, кому данное видео понравилось, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео с друзьями, заходите почаще в гости. И пока-пока. До новых встреч. Всего вам самого-самого наилучшего.